На конкурс дети читают стихи для лабиринта.ру. Московкина Алена, 6 лет, город Аша, Кондратьев, март. Весна не за горами, а прямо перед нами. Ты чувствуешь ее тепло, сегодня в полдень припекло. От солнца, от веселья, сугробами косили. И первые радостные лучи светят стали как рачей. А снеговик от смеха, как на коньках поехал. Ну что, согласен ты со мной, что пахнет снег сейчас весной?